Время региональных новостей. В эфире Вести Чукотка. Меня зовут Анна Мартяшкина. Здравствуйте. Доброволец из Анадрия Павел Никиченко погиб в ходе специальной военной операции. О трагическом известии сообщила администрация окружной столицы. Павел Никиченко родился 16 августа 1969 года в городе Сочи. Но всю жизнь прожил на Чукотке, работал в управлении внутренних дел. В декабре 2002 года принял решение о добровольном участии в специальной военной операции. Служил в звании ефрейтера в должности старшего механика-водителя мотострелковой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой краснознаменной бригады погиб 12 декабря в ходе выполнения боевых задач получив ранение несовместимой жизнью павел никиченко был заботливым отцом и мужем поддержкой опоры для своей семьи Знакомые отзываются о нем как о надежном друге готовым всегда прийти на помощь у павла никиченко остались супруга и два сына о дате времени церемонии прощания с бойцом будет сообщено дополнительно.